Доброе утро! Совсем скоро, 6, 7 и 8 декабря в Екатеринбурге состоится 14-й международный конкурс по спортивным бальным танцам «Кубок Европа-Азия-2013». Как пройдет этот турнир, сегодня мы узнаем у его организатора Александра Адамова. Александр, доброе утро. Спасибо, доброе что утро. Приехали доброе так рано к нам. Скажите, ну а можно ли Екатеринбург считать столицей, так сказать, спортивных танцев? Конечно. У нас очень большие, долгие традиции именно в танцевальном виде спорта. Поэтому на ближайшую неделю мы точно центр вселенной и центр российского танцевания. А сколько у нас клубов, школ, как это в танцах называется, по городу? На самом деле называется клубов. Клубов больше 100. Вот так. Это вот на один Екатеринбург? На один Екатеринбург. Потому что мы на самом деле столица спортивных танцев. И все наши клубы представляют все направления, различные школы танцевания. Но все ждут к себе в гости. А вот, кстати, мировая общественность, которая к нам приедет в Екатеринбург, кто, откуда, какие спортсмены, какие страны, может быть, города представлены на вот этом кубке? Спортсмены. На сегодняшний момент у нас подтвердили свое участие более 1700 пар. Ох. Ничего. Хорошо. И у нас еще два дня, я не знаю, может быть, мы побьем прошлогодний рекорд и будет больше 2000 пар. Представляют города, все города России и 8 стран. У нас в этом году впервые на Урале будут пары из Словении, из Польши, из традиционно итальянские пары и наши ближние зарубежья. Наши, конечно же, близкие друзья казахи. Казахстан. А наши шансы какие? И кто основные конкуренты для нас? Для уральских пар? Да, для уральских. Конкуренты только московские. Потому что они бывшие наши уральские. И мы фактически соревнуемся сами с собой. Но на самом деле в каждом городе, в каждом регионе есть свои чемпионы. И из-за того, что уральская школа спортивных танцев очень высокого уровня, к нам приезжают, не едут слабые танцоры, слабые спортсмены, а едут соревноваться только топ-класс, только пары высшего эшелона, и которые на самом деле, с которыми интересно соревноваться. И это будет захватывающее, такое фееричное зрелище, когда в каждой возрастной группе соберутся только лучшие пары России. Вот вы заговорили про возрастные группы. А с какого возраста вообще можно начинать заниматься спортивными танцами? Есть ли шанс у нашего Виктора, вот что меня интересует? У Виктора шанс, конечно, есть. Танцевать мы можем. Танцевать приходят с 3 лет. С 3. И на турнире, который будет 6, 7, 8 декабря, будут представлены танцевальные пары от 6-7 лет. До, я не боюсь это сказать, до тех пар, которым в сумме лет 120-150 лет. В сумме. Вот это да. Наш с тобой возраст, Юля. Скажите, пожалуйста, куда прийти, чтобы хотя бы посмотреть сначала? Это традиционно произойдет во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Это самая лучшая наша площадка для такого турнира, который принимает столько много участников. Все остальные залы просто не вмещают. Ну и пора уже раскрыть секрет нашего сегодняшнего эфира. Представьте, ребят, покажем танец. Я представляю мастеров спорта в России. Никита Кадников и Юлия Мищенко. Чемпионы Уральского федерального округа. Члены сборной команды России этого года. И дальше мы увидим. Ну, давайте посмотрим на этот замечательный танец. Long. I need to.
мне.